И ПЛО. Это лосаники нет, просто у меня сегодня, как его там звали? Сегодня короче, у него праздник. Праздник, как челова, мне праздник. Простите, я улетаю. Ты подругный дом? И рядом твоим домом будет жить, будет мой животный, называется Визар. Жить в домике своем. Ты когда хочешь, иди к нему поиграться, когда он хочет. И он же захочет. Не знаю, уже 2 минуты, может, еще молчим. Так. Посмотрим. Ему места хватит высоты. Нет. Я смотрю, да. Ну, тут самому тесно. Хватит, теперь только надо чуть-чуть повыше. Что он смог слетать. Ему весь дом будет петлок. Последний блок. Что такое высокий? Тут же виза будет. Тут живет наш виза. Не узнаем. Очень мы узнаем. А я буду жить к тебе. Где-то. Здесь есть парк. Вообще не паркур. Вот это я говорю про этот паркур. Да. Иди ко мне, ты все знаешь.
Тебе нужно перепрыгнуть. Вот так. А ты сама так не умеешь. Я тебе говорю, вот так нужно делать. Все? Нет, я тебе говорю, с высоты. А, с высоты. Вот. Вот так надо. Бум. Голова, голова. Выпала голова. Опять голова, голова, голова. Голова, 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 голова. Тут много голов. Голова. О, литература. Нет! Нет! Так не нельзя! Нет! Нет! Не вздумай ее учить. Математика. Математичка. Идем учить литературу. Нет! Не вздумай! Никаких литературных! Ты же видишь, что плохо. Сердечко уменьшилось. Угу. Сейчас я убью. Не, только не виза. Только не виза. Да я другого виза. Сейчас я другого вас исполню. Все. Может, это Эндер Дракону? Мне нет чертов. Ну хорошо, школа... что у меня есть литература. Дело звучит тогда по Эндер Дракону. А есть математика. Теперь будем учить математичку. Сколько будет 100? Плюс... Всё, 6. Сколько будет? Какие числа, знаешь? Это же еще 6. Вот он, это дракон у тебя. Лечит, лечит. А он может разбить педлок? Он джендер дракон. Он тогда... Почему? Тогда я отпускаю Визала. Ой, лети. Ой, лети. Смотри, там Эндер Дракон. Вот это да. Вот это ему маленькая дырка. Эндер Дракон, это мой маленький. Это мое животное. Это мое животное. Молодец, я хочу на тебе. Это мой самый лучший. Я... Где? Где мы молчим? Пюта! Математичка. Ну сколько будет? Говори. А будет бля-бля-бля. Ха. Не знаю. Как это математика? Я математика. Не знаю. Не читать, я могу тебя научить. Нет! Только не читать. Где? Где? Это дракон. Молодец. Молодец. Оп-опа. Не. Когда? Я ухожу. Ладно, сюда. Вот это по блоку. Куда, куда? Куда ты? Это блок. Летающий бесконечный блок. Да, не. Не хочу. Что это по блок? Его высоте? Почему он такой бесконечный? Это же Визала голова.
Где? А, я его залвал. Да? Да, ты проиграл. Телепорт. Там давай. К Монике. На. Что ты чёрбишь? Эй. Пласти для Коша Тоша. Я тут построю портал на Венд. Венд. Энд. Так. И неуязвимые были. Да. Ух, идем. И, пожалуйста, никто мне не мешайте. Делать литературу. То есть математику. Литература мне мешает. Ну что, и до дракон сам литература. Быстро сейчас он прилетит. Все! Пусть летит. Ты должен? И мы... Мы... Вот тут мы второе животное. Посмотри, он полностью неуязвим. Тогда ударил его, наполняется. Стоп! Не, Лоя, построить портал. Построить портал. Построим так. Из ковалин плотки нужно математичкам. Математичка. Мне нужен обычный мир, просто там надо. Моему... Откуда здесь второй эндердракон? И почему не работает портал? А? Смотри, тут все тщательно. Может, обновление из этого. Спасибо. Я захожу. Ты зашла? Я первый пришел в Майнкрафт. Нет, я первый, видишь? У тебя нет кита. Я просто только что... Так. Я ему беру, смотри. Я беру, а то есть Педлок. И где этот кристалл Энда? Кристалл Энда. Кристалл Энда. Это еще зачем бежать? Ему давать сердечки. Так. Тут будут стоять его штуковины. И тут. Ой, прости. Кто же? Теперь этот чел не работает. Какой? Этот чел не работает. Вот этот? А, это полезно, смотрите. Просто когда он будет... И держи. О! О! Круто! Типа он никогда не умрет. Моя глоток. Кот Шитоши. А где мой визал? Улетел. А вот он. Тут наверху или... Не хочет уходить из этого мира. Этот визал? Уходи. На тебе. Так. Так. Мати. Эй, куда ты? Где ты? Где ты? Это для Коши. А почему я не могу стрелять? Смотри.
смотри, как грифелы. Так, берем стрелы и целимся. Упс. И хотя на кристалл. Целимся. Нет. Один километр. Нет. Что? Кто это наделал? Где все мои кристаллы Энда? Тебе надо их ставить с обратным глифелы опять эти. Пски. Глифелы. Эти глифелы. Держи много кристаллов Энда. Делаешь. Вот глифер. Надо удалить. На... Оп! Ты что? Во! Он убивает глифер. Да. Да, да, да. Да-да-да-да-да-да-да. Надо попасть этого Эндерблоквайки. Ты за его хвостом на тебе. Чё, что это было? Ты, ты что? Этот Эндерблоквайк. Я даже забыл, как мы снимаем. И ты куда? Ты куда? Ты куда? Малыш. Куда ты, малыш? На тебе как? Это я сколько попробовала. На тебе. На тебе. Это. На тебе. Так, ребят, я когда попаду на этого, убью один раз этого слайма, тогда мы придем деревню. Просто я хочу найти алмазы. Ну и клетки. Пойдем в Эндер. Нет алмаз. Там не будет никаких алмазов. Окей. Школа бы подает. Где мы? А! Моника! Моника. Мы где? Мы пусть. Ты сюда попал. Да, мы у Моники. Ты вообще сюда пришел? За алмазами. Алмазов нет. Они выключились. Там! Идем искать шахты. Я нашел море. Не, где, где? Где упал? Ни одну шахту не нашел. Теперь я буду загорать. Что это было? Так, почему я там упал? Где-то. А ты там. Ты же заголаешь. Ты серьезно? Я тоже нашел озеро. Там море. Море. Озеро, море, оно и то же. Где ты? Я тут это. Ну и блюк. У меня здесь есть охранники. Они очень злые. Если не очень много охраны. Посмотри, как они будут нападать на бедную овечку. Напасть! Где-то напасть.
Так, что это? Ну, это она рыбок. Рыбки. До свидания, Вечик. Так, телята. Телятушка. На рыба. На. Вот. Так. Куда идет наш? Опа! Люк не завалась. Фух, не завалась. Так. Тогда идти надо куда-то вперед. Вперед. Вот. Туда. Поблизости. Завалась? Завалась. Ах, ты ж сколько можно вперед? Это собачий день? Нет, собачий вирус. Или собачий... Смотри, Моника! Смотри, они хотят даже напасть на бедную черепашку. Дети не хотят. Они его толкают, чтобы специально не довести его до суицида. Я придумал. Так, где водичка? Атакуть! Теперь он будет. Нет, кто это? Кто это? Чика-бамбони! Чика-чика-бамбони! Что они смогли, не смогли выбраться из воды. Моя соль, мой план не работает? Работает. Ну вот. Нет! А на племя черепашки хорошо. О, это было... Там внизу, там только какие-то собаки тоже. Они там плавают и зажигают под воду. Зажигаем под воду. Зажигаем под воду. И вода. Вам тут еще не хватает воды? Окей, скоро. Видишь, они даже готовы на классную подводную речку. Потом... Они прям все готовы на классную подводную речку. Держите, тут супер вода. Вы как заказывали? Так вы заказали. Вы заказывали свою водичку. Держите. А они там что? Эй, тут темно стало. Знаете ли все? Я валю. Я валяюсь, как свалить? О-бо-бо-бо. Где черепашка бедненькая? Где черепашка бедная? А вот она под воду спряталась. Смотри, все водички. А как они знают? Смотри. Я зяну. Чики-бамбони. Вот тут, посмотрите. Чика-бамбони! Чика-чика-бамбу! Тут много вас. Тогда много... О, как начало лагать твоих собак. Очень много этих,
Это супер овечки. Почему их надо бить? Просто они милашки. Почему их надо бить? Просто они милашки. Их иногда почему не боится. Что? Мне нужны эти коров. Колончик. Держи. Четыре. Тут только овечками место надо быть. А собаке почему надо быть? Почему надо быть? Где эти дельфины? Я хочу с ними. Где эти дельфины? Где они? Я хочу их увидеть. Дин-дин-дин. Не поймает. Тиу-тиу-тиу, вы не поймаете. Тиу-тиу-тиу, никогда не поймаете. Тиу-тиу-тиу, поймайте. Это супер, я надо быть быстрее. Так, чтобы меня не нашли эти накупники. Я их всегда быстрее. Они никогда меня... Я стыскала ты меня. Никогда не словишь, я скоро отвернусь и улетит ты вода. И тут иглаемся, иглаем, иглаем. Вы думаете, где я взял эту из Ютуба? Это супер Ютуб. Много лоликов. Ютуб, можно снимать. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Больше не... Собаки умерли. Собаки наконец-то умерли. Давай, Вил. Смотри, сколько там мяса теперь. Это не мясо. Это еще даже не шерсть. Шерсть теперь мокрая. Из-за тебя ты очень много овечек спавнил. Покажи, где эти... Вот это да, это супер да, Здесь одна собака выжила. Где? Это кого спавнил? Это овечка спавнил. Вот клети еще телепортируются. Здесь одна маленькая собачка только выжила. Скоро она нападет. Тут даже мы... А, окей, Илятушки. Я иду за алмазами! Где алмазы? На тебе! Чего? Я взял себе оладью, кровать. Поставлю в воде. Пойду спать. Где нельзя спать? Я же летаю. За что? Я уснул так быстро. Не может быть. Это не будет. Вот у меня чуть сон. Никто меня не поймает. И только темнота. А теперь... Я хочу. Моника. Плоп, 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 Моника. Ну что тебе надо? Плоп, 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 Моника. Ну все, я тебе буду чистить литературу. Нет! Плоп, 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 Моника. Плоп, плоп, Моника. Ладно, все, прекрати, давай. Плоп, 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 Моника. Меня убили. Плоп, 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 Моника. Плоп-плоп-плоп, Моник. Моник, 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 Моник.
Кони-кони-кони и крыло. Моника глупышка, это Моника глупая, это просто она не умеет математичку. Она не умеет. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Моника, а бум-бум-бум. Я нашел другие земли и под землю. Лава у лава лава тут есть. Я бы следить и он эту шахту тут не темно. Я выпью земли, я мельмиски. Моника, Моника, Мони, 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 Мони. Моника, 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 Моника. Ау, 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 лава, а. Мяу, мяу, мяу. Золото, а. Что это такое? Что это? Исчезло алмазы. Откуда они тут? Они алмазы. Это настоящий алмаз. Это лепечка. Вот,